Дорогие наши зрители, в последнее время мы ничего не слышим и не знаем о нашей любимой российской актрисе Екатерине Васильевой. Последняя новость была тогда, когда мы узнали о том, что Екатерина Васильева забросила свою карьеру и ушла в монастырь. Больше о ней ничего не было слышно. Но сегодня рано утром весь интернет всполошился от ужасной новости. В мире российского шоу-бизнеса сообщают о том, что сегодня утром стало известно, что всеми любимая российская актриса Екатерина Васильева уже несколько месяцев находится в частной клинике в Подмосковье на лечение. Что с ней случилось, никто не сообщает, так как это медицинская тайна, но мы все-таки решили выяснить причину ее госпитализации. Оказывается, у нее серьезная болезнь легких. Ее госпитализировали в больницу прямо из монастыря. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков, а родные всячески пытаются скрыть эту информацию от общественности. Мы пока ничего не комментируем, друзья. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе всех событий на нашем YouTube-канале. Нажимайте на колокольчик, только в таком случае вы не пропустите свежие выпуски, которые мы делаем только для вас. Будьте всегда с нами, друзья.